Уже несколько месяцев у нас продолжается реализация мероприятия по строительству школы Кавалерская. Это мероприятие у нас предусматривалось для ускорения сроков реализации так называемое проектирование строительства под ключ, то есть был разыгран аукцион, на котором была определена подрядная организация, которая разработает проектную документацию и, собственно, строительство. А экспертизу и заход на экспертизу в соответствии с условиями и действующим законодательством будет выполнять технический заказчик в лице краевого учреждения. За время, прошедшее с начала лета, когда был проведен аукцион, полностью разработано техническое задание на проектирование, урегулированы, согласованы с администрацией Кавалерского технические решения и компоновка будущей школы. И в октябре, в соответствии с план-графиком, мы должны зайти на проведение экспертизы. Большая часть проектной документации у нас подготовлена. В настоящий момент ведется работа с государственной экспертизой по заключению договорным отношениям, ведется расчет стоимости экспертизы, которая в итоге будет заключен государственный контракт на проведение экспертизы проектной документации. И вот 1 ноября, в соответствии с графиком, мы заходим на экспертизу для того, чтобы до конца 2021 года завершить и войти в стройку. Ну, по нашим планам мы планируем все-таки, что экспертизу получим до 15 декабря, для того, чтобы уже приступить к строительству в 2021 году.